После завтрака приехали мы, ну, почти в этом же районе есть озеро. Йолет называется. Мы здесь были в прошлом году, когда я была беременная. Один раз я здесь была. Сейчас прогуляемся здесь, чтобы детки подышали, поспали. Там они капризничали, они разнесли нам весь завтрак. Получить удовольствие от завтрака не получилось. Они очень сильно капризничали. Сынуля хотел спать, не мог там уснуть, потому что там то собаки лают, то эти петухи кукарекают. Он не мог там уснуть. Дочь хотела кушать, но не знаю, почему капризничала и не ела. Вот так. Надеюсь, здесь поспят. Здесь более спокойно. Птички, зелень, озеро. Что еще надо? Папа идет, купил воду. Ему жарко. Уже лето настало, а он еще все ходит в весенней одежде и жалуется, что ему жарко. Ну, естественно, жарко. Вот. Так, показываю вам местность. Вот здесь вот вход. Ой, ветерочек подул, какая прелесть. Сюда люди приезжают на мангал. Все с собой привозишь и приезжаешь, жаришь мясо на мангале. Мясо, курочку, кто что любит. Рыбу здесь особо не возят с собой жарить на мангале. В основном бывает курица или мясо. Там птички, насколько я помню, были. Да, были там уточки. Ближе подойдем, я покажу вам их. Можно прокатиться на лодочках. На катере, что там, лодка там. Пупсики мои, вот они. Дур, чеким бунары. Пупсики. Аслан. Солнышко мешает ему, конечно же. Захарашка ноги задрала. Аслан. Солнышко. Ламина. Здесь есть столы, скамеечки, чтобы посидеть для людей, кто приехал жарить мангал, жарить мясо на мангале. Я привыкла говорить делать мангал, потому что в Турции говорится мангал, як мак, это если переводить точно, дословно, как мангал делать получается. Поэтому как-то вот автоматически переводишь неправильно. Народу не так много, как в прошлый раз, когда мы здесь были. Хотя сегодня воскресенье. Это еще и день молодежи. Лампочки горят почему-то. Забыли выключить, что ли. Калабалык йог. Славная ручка торчит. О, там свадьба. Дюйн ворота. Гелин гетчет. Невеста пришла. Гелин, гелин. Здесь ресторан. Люди играют. Окей, играют. Мы тоже на даче играем окей по вечерам. Прикольная игра. Но я постоянно проигрываю, потому что я так себе игрок. У невесты, видимо, здесь фотосессия, я думаю. Недавно скосили траву, да, фотосессия. Венда чеким я макстюром бельем усун, без щепмады кичеким, фамилейкин я обмадым, бунар доудун заманда да я обмадым. Фото чеким, профессионал чеким. Я yapsaydım. Ама сен йоксун, насыл япчас? Япчактык. Böyle mi, gelinlikti mi diye? Evet, aynı bunun gibi. Çocuklarla beraber. Gelinlikti. Yok ya, ne gelinlik. Ne diyorsun?
Он подумал, что я хочу в свадебном платье. Evet. Yok, aile çekeyim, aile. Ne gelinlik? Я хочу сделать съемку с детьми, семейную съемку профессиональную. Потому что, будучи беременной, не получилось, так как я уехала в Дагестан. Родились тоже не получилось, они были совсем монопусенькие. Altında ne var? Kolumsuz değil mi? Yok. Bir daha gidesin rubaşka. Böyle aç sadece maçka. Я опять забыла, как называются вот эти цветы. Девочки, подсказывайте. Моя эта голова. В прошлом году летом помнила, сейчас уже забыла. Вот так под деревьями столы, 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 столы. Мороженое местное. Я не люблю это мороженое. Черепаха убежала. Уточки спят. А, вон она, черепаха. Прячется. А их тут много. Черепашки ниндзя. Мелочь какая-то плавает. Вон там есть кафе, одно единственное кафе, которое здесь, по-моему, было, где можно чай попить. Но здесь хорошо, не жарко. Просто сутяки. Юбки. Мне не жарко, мне нормально здесь. Вот еще одна черепашка. Уточки попрятались. В прошлом году их было очень-очень много. Снял мою рубашку, идет в майке. Панталон да чикарсайн, не чикарман. Я говорю, штаны тоже снял, он говорит, что не снял. Он жару не переносит, а я холод. Да, уточки плывут. Честно, я не вижу вообще, что снимаю, потому что я в очках зеркальных, да, и солнце. О, еще один в майке. Мой муж не один такой. Вот они. Куда они плавают, интересно, так целенаправленно? Их, наверное, здесь кормят, скорее всего. Да, по-моему, их кормят. Что они здесь едят? Моются здесь. Что-то делают. Видали, да? У этих тоже свинки, по-моему. Прикольно, так они фотографировались, тут как будто бы парень девушку в воду кидает, он так сделал в этот момент.
Георгида Ерюк Бенди. Ну, здесь куча черепашек. Вон каждая точка, видите, точки, точки, точки. Ну, там их вообще дофига. Ух ты, вот они. Сейчас я вам поснимаю их. Лежбище черепах. Я в жизни столько черепах не видела. Сейчас наш папа ищет место. Соскакиваю. Там из воды головы торчат, просто головы торчат. Оу, каких здесь много. Короче, вот так вот. Так, где наш папка? Интересно, нашел он место? Вряд ли, мне кажется. Нашел. Нашел. Сейчас надо будет мне бутылочки помыть. Мои дети отказались там кушать смесь. Может, здесь поедят. Ушел мяч. Гитты, топ-гитты. Смотрите, какие огромные рыбы. Ну и черепахи. Bu ne balık acaba? Geliyor geliyor Mehmet Han. Sakin ol. Bedo bağırma. Geliyor bak. Acele etme. Git o ki oraya o yanaşır. Tamam gel. Ayağını al. Dostum. Молодец. Aferin. Sen orada oynay. Видели, да, этих огромных рыб? Getir bakalım ayağını koyalım. Baba yiyor. Baba altı kaplumbağa yiyor. Biz de benimkini sevmediler, seninkini yiyebilirim. Marul da var burada. Zehra. Aa, tut onu, tut bizi, tut. Mamine девочка. Bak, bak, bak. Aslan usnul.